Приветствую всех на канале Тонечкины рецепты. Сегодня мы будем готовить пирожки со свежей клюквой. Для этого нам понадобится тесто и начинка. Рецепт теста вы можете посмотреть на видео «Пирожки со свежей сливой». Для приготовления начинки нам понадобится свежая клюква, сахар, яйцо для смазывания пирожков, подсолнечное масло для смазывания формы для выпекания. Готовое дрожжевое тесто еще раз вымешиваем. Затем делим его на небольшие кусочки. Каждый кусочек формируем в виде шара. Даем немного подняться. Затем каждый шар раскатываем в небольшую лепешку толщиной 3-4 миллиметра. На середину каждой лепешки выкладываем 3 чайных ложки свежей клюквы. Затем добавляем 1,5 чайных ложки сахара. Края соединяем между собой, образуя форму пирожка. При раскатывании лепешки периодически ее обмакиваем в муке. Готовые пирожки выкладываем в смазанную подсолнечным маслом форму для выпекания и даем им подняться. Взбиваем одно яйцо. И смазываем им каждый пирожок. Выпекаем пирожки в духовке, разогретой на 180 градусов, 20 минут. Когда пирожки готовы, даем им остыть.
Затем вынимаем из формы и выкладываем на тарелку. Приятного аппетита!